Вы смотрите видео об отеле Bandos Island Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Bandos Island Resort расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 7 километров от аэропорта Маля, остров Бандос Северного Маля Атолла. Территория гостиницы занимает 600 на 800 квадратных метров. Красивая пышная растительность, удобный песчаный пляж и интереснейший домашний вид. Рекомендуем для семейного отдыха, пожилых пар, для любителей активного отдыха, дайверов и молодоженов. На острове проводятся свадебные церемонии, желателен предварительный заказ. На территории отеля имеется 2 ресторана, 3 бара, 4 конференц-зала до 450 персон, 1 открытый бассейн, 2 теннисных корта с жестким покрытием, центр красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, Wi-Fi бесплатно, обслуживание номеров, сувенирные бутики. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, набор для приготовления чая и кофе, керамическое покрытие, терраса, Wi-Fi бесплатно, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 103 стандарт румс, 38 квадратных метров, бичфронт юни, все номера, спальня с гостиной зоной, ванная комната, душ, максимум 3 человек, сгруппированные в блоке по 4 номера, 48 делюкс румс, 54 квадратных метра, бичфронт ю, спальня небольшая, гостиная, межкомнатной двери нет, ванная комната, душ и ванна, максимум 3 плюс 1 человек, сгруппированные в блоке по 2 номера, 12 гарден вилла, 37 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, ванная комната, душ, просторная терраса, зона отдыха, максимум 3 человек, сгруппированные в блоке по 2 номера в центре острова, 49 джакузи бич виллас, 110 квадратных метров, 2 этажа, 1 этаж, гостиная, терраса, ванная комната открытого типа, джакузи, душ, 2 этаж, спальня, балкон, максимум 3 человек, отдельно стоящая вилла, 2 water виллас, 117 квадратных метров, сивью, спальня, гостиная с обеденной зоной, межкомнатная дверь, ванная комната, душ, джакузи, душ на открытом воздухе, 2 санузла, терраса, зона отдыха, прямой спуск в лагуну, максимум 3 человек, отдельно стоящая водная вилла. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть гимнастический зал, аэробика, теннисные корты, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, бильярд, дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, снорклинг, каноэ, катамаран, лодка банан, парашют, рыбалка. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, шахматы, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, снорклинг, аэробика, футбольное поле, бильярд, бадминтон, сквош, дискотека, дартс, йога, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса, дайвинг, водные лыжи с лицензией, виндсерфинг, каноэ. Для детей есть 1 открытый бассейн, мини-клуб, возраст 1-12 лет, услуги няни платно, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, домашний риф великолепный, примерно в 30 метрах от острова, песчаный. Год постройки гостиницы – 1972. Год, когда был сделан последний ремонт – 2005/2014, дайвинг-центр и бар. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.